Завтра на крупном сайте выйдет моя цитата о том, что людей надо срочно вывозить, чтобы их спасти. Я надиктовала жесткий сценарий, но самое ужасное, что я могу быть права. Анна Маркова, наш новый вирусолог. Спецслужбы что-то потенциально опасное привезли. Отход отойдите. Спорим на обед, что там или мука, или порошок. Сегодня в 6 утра мне позвонили из Потребнадзора. Нужно проверить медкнижки и взять образцы крови у 73 человек. Чего вы хотите? Изучать новые вирусы и не допускать их распространения. Доктор говорит, что твои лекарства мне помогают. Уверена, что серьезно? Если я подниму тревогу на ровном месте. Пока их доставят, будет поздно. Давай работать с тем, что есть. Спокойно. Нет, если что-то пойдет не так, я не смогла ее спасти. По-моему, сейчас просто нет ничего важнее этой инфекции. На нее нужно полностью переключиться и забыть все, что было до. Потому что если я права... может не быть после.